привет, друзья! Посылочка «Больше света». У нас Украина такое государство, где с приходом зимы и холодов очень любят отключать свет. Я заказал две теплого свечения, две холодного свечения. Светят очень ярко, очень классно. Недавно была у меня распаковка. Давайте выключу свет. Вот, вот так вот светит ярко этого свечения теплого. 5 вольт берет, 0,3 ампера, но может доходить до пол ампера. Была недавно распаковка с большой такой штуки, но я ее брал специально для походов куда-нибудь в лес. Да, у нас конец декабря и плюс 20 на улице. Такого точно еще никогда не было. О, вот это, по-моему, светит ярче. Тоже 0,3 берет ампера. Но это, по-моему, светит чуть-чуть ярче. Давайте две рядом включим. Посмотрим. Так мы не определим. Не, наверное, все-таки теплое освещение светит чуть-чуть ярче. В общем, ребят, на любителя. Не могу я точно сказать, но, короче, цена на них шикарная, продаются за пару, сразу что-то около $1,5 за пару. То есть совсем копейки. Я взял на пробу, там подарить есть несколько людей, кому тоже понравилась такая светяшка. Берет немного амперчиков, 300 миллиампер, 400 миллиампер. Поэтому, в принципе, имеет право применяться во время отключения света, даже на маленьких пауэрбанках. В общем, ребят, такие дела. Ссылочка будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Пока.